Как помочь бизнесменам упростить процедуру организации своего дела? Сегодня этот вопрос в Химках стоит остро. В прошлом году снесли около 200 объектов самовольного строительства, в числе которых торговые точки, нелегальные сервисы. Администрация Химок уверена, большинство предпринимателей нуждаются в поддержке. Начать дело непросто – собрать документацию, пройти аукционы. Поэтому многие идут на риск в обход закона. Об этом говорили чиновники сегодня на городском совещании. Я верю в то, что если в Химках мы с вами вместе сможем добиться высокого результата администрирования бизнеса, когда мы каждому человеку даем полное разъяснение, что нужно для того, чтобы поставить столовую номер один или еже с ними объекты, то бизнес будет регистрироваться и платить налоги с удовольствием. Возможно, сложно выиграть аукцион, возможно, тяжело попасть на конкурс, возможно, люди не знают, как это делать. И здесь нужно вот банальное сопровождение. После на встрече обсудили работу с обращениями химчан. За прошлую неделю замечаний поступило меньше, чем обычно, около 950. Львиная доля жалоб от жителей микрорайонов Клязьма-Старбеева и Новогорск. В этот раз на пьедестал возмущений попала тема незаконных объявлений и листовок на столбах. Это, пишут химчане, портит облик города. На втором месте – ямы на дорогах. Третья тема в перечне проблем – освещение улиц. Заявки отрабатывают. И главная тема недели – предстоящий Международный женский день. Центральной площадкой праздника станет Дворец культуры «Родина». Несколько дней подряд там пройдут масштабные концерты. 5 марта для гостей прекрасного пола выступят химкинские коллективы. А уже в эту пятницу артисты Московской областной филармонии и ансамбля «Садко» споют, сыграют и станцуют специально для химчанок. Почтут вниманием и подарками пожилых женщин, ветеранов войны и тружеников тыла. По традиции депутаты, местные власти отправятся к ним в гости, вручат медали и цветы.